Итак, сегодня 27 июня 2022 года. В общем, ну, продолжаю я тут маленечко дальше дорабатывать свой пруд. Вот. Вот такой у меня тут островок с крокодилом. Рыбешка гуляет. Водопадик. В общем, вот сделал беседку. Вот так еще маленько там какие доделки собираюсь сделать. Вот. Вот беседка. Такая своего рода, большей части терраса тоже. Вот. Доделываю. Тут еще маленечко вот эти пилясочки здесь прибить. Сейчас построгаю тусочки. В общем, как-то вот так. И остается здесь еще покрасить, поставить диванчики, стол. Короче, такая беседка, вот такая веранда. Тут еще много работы вокруг. Вот здесь буду еще бассейнник такой небольшой делать, строить. Вот. Купаться. Чтобы ребенку купаться было где. Вот так вот здесь еще вот засыплю. Дальше еще маленькой глиной. О, рыбешка выпрыгнула. Досыплю глины. И потом щебенка буду отсыпать. Здесь уже буду площадку делать. Здесь у меня еще будет большая такая реконструкция, сюда идти. Потом, когда начну делать, покажу, что это будет. Вот. Вот такая клубника пошла. Так, тут еще все никак камушки не досыплю. Арбузики уже начали так хорошо развиваться. Помидорчики. Ну вот здесь вот я хочу потом в этом месте высадить виноград, чтобы сюда плелся и закрыл вот этот ангар. Его видно не было. Камыш. Траву вот вживляю в берега болотную. Чтобы так вот. Более-менее живой был пруд. Так что еще много работы. Короче, наверное, вот так вот. Вместе с крокодилом. Ну, вот так беседка выглядит. В общем, как-то так. Буду дальше работать. Дел много. Картошка уже большая, приперла. Ладно, всем привет.